сокровищнице Якутии открылась персональная выставка якутского ювелира Татьяны Батюшкиной. Совсем недавно Татьяна стала триумфатором традиционного конкурса профессионального мастерства «Лучшее ювелирное украшение Сибири». Она заняла первое место в номинации «Образ Сибири» в ювелирном искусстве и стала обладателем гран-при «Ювелиры Сибири». Подробности в материале нашего корреспондента. На всероссийском конкурсе в Красноярске Татьяна выставила работы из серебра и золота. За свои работы она была награждена малым и большим знаками орденов. Этот кулон, который называется «Рождение», и стал обладателем гран-при. Он обсыпан мелкими бриллиантами, а в центре закреплен природный алмаз. Тема рождения пронесена через все изделия персональной выставки. Вот это рождение, оно во всем может быть. И рождение ребенка, и рождение творчества, рождение какой-то мысли. Поэтому вот на эту тему все, рождение вот моих работ. Персональная выставка Татьяны готовилась около года. Здесь представлено более 30 работ разных лет. Все они выполнены в сочетании драгоценных металлов и природных камней. Каждая работа отличается самобытностью. Есть здесь и совсем новые изделия. К примеру, вот это кольцо было закончено буквально перед выставкой. Оно называется «Белая кобылица» и полностью выполнено из серебра. Оно дополняет серию самобытных колец с изображением лошадей, священного животного для народа Саха. Многие изделия, представленные здесь, впервые показываются широкой публике. Вот самое эксклюзивное изделие, я думаю, это будут три мира с наскальными рисунками. Чтобы посетители могли увидеть все тонкости работы, мы сделали вот макрофотографии, и там можно будет увидеть все вот эти тонкости. Я думаю, можно любоваться этими изделиями долго. Специальность ювелира Татьяна получила в Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, но начала свое образование в Якутском художественном училище. По словам ее друзей, уже тогда она отличалась неординарным талантом и трудолюбием. Татьяна была всегда такой. Ну, она в творчестве была всегда, в творческом поиске, всегда что искала какие-то новые способы выражения своего внутреннего мира. Очень много работала. И сейчас еще больше работает. Уже много лет Татьяна постоянный участник российских и международных выставок. Она не раз становилась лауреатом, дипломантом республиканских и региональных выставок. Некоторые ее работы находятся в государственном хранилище Якутии. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.